Всем доброго времени суток. Давненько что-то я на рыбалке не был. И решил немножко хотя бы часик. Тут до темноты, может, час остался. Микрушку немножко покидать. Так, чисто ради интереса. Так, ну здесь, наверное, на тот берег ты не пройдешь. А может, пройдешь. Ну, сейчас посмотрю. Никаких мостиков нету. Так, попробую, покидаю. Чисто разведка. Может, куда-нибудь выползу. А может, болотники надо было одевать. Ладно, посмотрим сейчас. Здесь я маленько вроде перепрыгнул как-то. Но не знаю. Сейчас попробую здесь кидану. Раз несколько. Чисто ради интереса. Ну, крупновато. Приманка. Айка грабстик стоит. Здесь надо бы что-нибудь такое помельче. Ну, сейчас перевяжусь. А вдруг? Может, кто-нибудь клюнет. Еще и с поводком. Иногда на мелководье тоже выскакивает какой-нибудь щуканчик или окунек. С весны я здесь не был. Ага. Через трос перекинул. Что ж, пробуем. Вот так вот подтягивается. Хоп, резко. И все. Это вон там можно закинуть. Может, там щучка стоять. Вот там сейчас сяду на косе и перевяжусь. Чем малые реки хороши, вот такие. Каждый год что-то новенькое. Вроде в тех же местах ходишь, а фарватер уже меняется. Где-то ямки затянуло, где-то промыло. О, о! Стук был. Это что за чудеса? Окуневые. Ну, приманочка-то 2 дюйма все-таки. Сейчас поменьше поставим. Так, привязал поводочек с флюрика. Вот с такого вот. 0,16. И поставлю сейчас чебурашку, граммик. Надо хоть от ноля убежать. Кстати, лайфхак. Отжал резиночку для волос у дочки. Одел на флюрик. Все нормально. Никуда никто не распускается. Красота. Так, ну посмотрим, что нам надеть из приманочек. Что-нибудь такое. Вот такой вот одену. А так. Аэр чего-то там как-то называется. Хитро. Блин, я уж забыл, как у меня силикон называется. Рыбак. Давненько я уже на рыбалку-то не был. Ну-ка, сейчас посмотрим, кто там у нас живет. Ага, ага. Опа! Это у нас кто? Это у нас ельчик. Ага, ага. Опа! У нас кто? У нас ельчик. Вот эти. Вот-то там долбит.
Смотри, что делают, да? Мальчики эти ребята. Так, это у нас супер окунь. Вот это вот надо сфоткать. Так. Ну, два рыбы поймал уже. Все, разучился рыбачить нафиг. С этой работой. О, о, о. Прям нападение. Это у нас кто? Куняра. Конечно. Вот такой. Прям нападение взял. Так. Беги, друг. Кому ж там еще стоит? Ага. Ух ты! Ты, блин, его насадку еще сожрал. Хорошенький был, наверное. Ставим супер красную танту от Алексея Ушакова. Дюймовочку. Вот там же еще надо мураша попробовать. Он мне там муравьев каких-то прислал. Я их так еще не разловил же. Так, что-то нам маловато будет. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас еще пару раз закину, поставлю муравья. Вот такая приманка муравей. Для мормышки. Ну попробую сейчас на микрушке. Если уж на микрушке сработает, на мормышке то точно сработает. Крючочек у меня тут крупновастый маленький. Посмотрим. Да. Вот так как-то получается. Ух ты! Кто-то пытался клюнуть. Как вот туда, под кустики. Настораживает. Опа! О! Елец прижимал, видно, ко дну. О, муравья разловил. Я думал, окунь. Где шнур воды касается, уклейки ельчишки бьют в то место. На муху можно ловить. О, о, попёр. Ух ты! Вау! Окунь-кабан! О! Мурашка разловил. Окунёк, наверное, выходит сейчас на перекат. Мелочь всякую гонять. Сегодня так, разведка мест. Если что, завтра можно будет пораньше приехать. Болотники надо. Ух ты! Смотри, что, а? Елец был на муравья. Что-то карпы больше не клюют. Ничего поставить. Поставлю танту
такой 1.6 от Атак. Вот так это примерно выглядит. Граммика 2 надо. Граммик что-то, наверное, маловато. Странно. На танту никто не хочет клевать. Что за безобразие? Так. Сейчас. Такую желтенькую поставлю. Тоже от Атак. Стучат, а не клюет. Так, поставим что-нибудь волосатое. Так, что у нас тут есть? А ну-ка. Поставлю рака от Crazy Fish. Нимбл, который. Вот такой вот. Сейчас посмотрим, уж окунь-кабан клюнет. Вот. Чувствуется, кто-то теребит. Это, скорее всего, или ячишки, или уклейка, либо пескари. Те у нас любители на клешнях повиснуть. Ладно, туда сейчас закидану, ларву поставлю. Что, все, перестал рыбу брать. Так, ладно, все, сейчас поставлю твистерок от Айка. Может, на активную приманочку что-то. И все, и буду выползать. Походу, здесь больше пока ловить нечего. Солнышко село, и все, и можно домой идти. Ну, сейчас еще щуку поймаю. А ну, что это такое? Приехал на рыбалку, щуки нету. А вот сейчас еще вот такую лару поставлю. На пару раз забросить вот такого цвета. Ну, так-то видно хорошо и в воде, в потемках. На этом рыбалку заканчиваю. Маленько прогулялся так, свежим воздухом подышал. Кое-что даже поймал. Ну, то есть, сегодня была чисто разведка. Так, проверить. Ну, буквально, говорю, тут на часик выскочил. Но выводы можно сделать такие, что, в принципе, рыбка поклевывает. Можно идти рыбачить. Ладно, всем пока.